Привет всем, дорогие друзья, GSR 1989, подписывайтесь, Инстаграм, Телеграм, канал, Ютуб, подписка, подпопка, все, короче, все делаем, лайки ставим, это все важно на самом деле. Смотрите, мы едем на 183-м с 85% экипажа, да? Это плохо, потому что не топовое сведение, не топовая точность. 5 слотов оборудования из 9 открыто и установлено. Калиброванные снаряды. Плюс скорости полета снаряда. Потом плюс поворачиваем. Ну, это дополнительные обороты. В общем, сетка вроде бы. И вот это вот все. Крайний ряд нижний нет. И вот это плюс КП, плюс броня тоже не установлено. Скриншот соответствующий. Прислан на 1069. Было очень больно. Опять же, что касаемо бабахи. Это бабаха евросервера. 950 среднего урона ББшками. Больше снарядов. И 1210 или что-то типа того урона осколочно-фугасным. И 1300 с копейками или 1300 обычным фугасом, да? Урон. Вот, и не решился сейчас выстрелить. Заметьте, вот, ну сейчас, да, сейчас будет пробитие, и это хорошо, но какой круг огромный! Вообще бабаха это дерьмо в принципе. А вот это дерьмо в квадрате. Когда у него такие ТТХ, и сейчас, смотрите, сейчас Е3 смотрит на Т-62. Что вы обычно в такой момент думаете? Сейчас я не засвечусь, приеду и накину ему в корму. Но тебя уже засветили. И Е3, если не развернулся, то развернется, да? 62-ка в этот момент... Короче, 62-ка это один из самых тупых игроков, которых вы когда-либо видели в этой игре. Сейчас смотрите, что он делает. Что вы сделаете в такой ситуации на Т-62? Приехала бабах. Смотрит на Е3-го. Ах, как хочется вернуться! Ах, как хочется ворваться в городок! Блин, ну это... Вот сейчас это было опасно, да? Как бы... А то, что делает Т-62, это на грани безумия! Насколько нужно быть... какие у него... Я не знаю, кто это. Это не бот точно, потому что бот бы догадался объехать сзади. У бота программа. И Т-62 самое главное, что убивает, понимаете, Т-62 убивает Е3-го все-таки каким-то образом, но это было ужасно. Наблюдать за этим ужасно. Как? Что он думает? Почему там центральный процессор настолько слабенький? Вы понимаете, что у нас вот игрок есть на 183-м, которому и так тяжело? Потому что он на 183-м, да еще и на нетоповом. Да еще и без оборудования всего. Но он еще должен смотреть на Т-62 в течение этого боя. Так это ж могут нервы сдать реально очень сильно, когда ты такого видишь. Не надо говорить, что это ребенок, может быть, уграл. Не нужно называть детей тупыми. Если человеку 10 лет, не значит, что он тупой. В плане игр он даст фору многим взрослым, состоявшимся и так далее. Уже необучаемым, так скажем, да? Дети хотя бы обучаемы и обучаются хорошо. Такой себе мега-интеллектище. А вот взрослые алкоголики, вот они уже необучаемы. Там все, там весь, знаете, это все возможности, все способности уже приобретены. И больше приобретать нечего. Давай! И сведения! Все, 1264 вот для этого и нужны. Обыкновенные, да, осколочно-фугасные снаряды. Благо бронепробития также хватает. И вы выигрываете. Остается 1 из 8. Но ёпарасоте, друзья, мало того, что мы можем наблюдать хороший настрел на полустоковом танке,
Во-вторых, еще вот такие выстрелы. Так, в-третьих, нам бонусом еще насыпают этого самого Т-62А. Который вряд ли оставит вас равнодушными. Он просто душный. Инстаграм, телеграм в описании. Там же моя почта на почту реплей с после боевой статистикой. Друзья, до новых встреч и всем пока-пока. А, пишите Лест или Wargaming, где вы там играли, а то непонятно ни хрена может быть.